СМИ. Британия грозит закрыть торгпредство России. Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства, которое было охарактеризовано как логово шпионов. Великобритания может закрыть торговое представительство России в Лондоне в ответ на высылку британских дипломатов, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. По информации, полученной изданием, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как логово шпионов, и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы. Напомним, в пятницу, 30 марта, МИД России предписал Лондону в течение месяца уравнять численность сотрудников британских депучреждений в РФ со штатом российских дипломатов в Великобритании. Как сообщал корреспондент Net, британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов. Новости от корреспондент Net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.